На неделе в стране завершается кампания по декларированию доходов. Белорусам осталось несколько дней, чтобы отчитаться за прошлый год. Подать декларации необходимо до 1 марта, заполняют их не все граждане. Лишь те, кто в 2017-м получал дополнительные доходы. Работал за границей или продавал имущество, к примеру, две или более машины в течение года. Сделки с недвижимостью также декларируют. Продажи второй или более квартиры, гаража или земельного участка в течение последних 5 лет. Кроме того, с этого года налоговые внедрили дистанционную подачу декларации, чтобы белорусы могли отчитаться о доходах с домашнего компьютера.